Ребят, если вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. И, ну, не главное... Как... Ну, я не узнала Индианыча, боже, что очки. Это? Главное, какое у тебя очко. Все. Я считаю. И если у тебя плохое очко, то... До мысли великих стримеров. Ты очки тогда даже можешь не надевать. А вот вы, а вы когда какать садитесь? Вот, бля, всегда было интересно. Вот, например, я когда сажусь какать. Смотрите, вот я сажусь какать, туалет, я вот эту руку беру, левую, и хуй держу... Ну, типа, прям, ну, то есть, вот, что уретра была в сторону вот этого, блядь, так сказать, озерца в конце этого туалета, чтобы хуй не коснулся, как бы, ободка, потому что, блядь, ну, я заглядывал под ободок, блядь, лучше это нахуй не смотреть. Боже, сколько у вас проблем. Уретра была направлена в сторону этого. Ну, блядь, вы поняли. Видел, как вчера Кинцуха психанул? Нет, я не видела, но я увидела сообщение в телеграм-канале, а что произошло? Мне интересно. А чё она психанула? Что было? Плиз, расскажите. Или скиньте клип, плиз. Интересно, плиз, плиз. Хочу увидеть. Модеры, плиз. Зерца в конце туалета, блядь. Вы что же все время держите? Пробуем. А рюмочки у вас есть сразу? Это уже с собой. Давайте. Фу, давайте я у него понюхаю. Конечно. Боже, жестко, ну, боже. Ну, какой-то мочой, если честно. Так, все, идите отсюда, быстренько. Ну, это ну, жестко, блин. Ну, блядь, ну, это чересчур. Это вы вместе, да? Да. Да, все, да. Все. Это, блядь, ну, пиздец. Тебе совет. Да. Пойди в церковь, покайся. Не, очисти свой О, язык. Боже, к чему это она говорит? От сквернословия. Хорошо. Понимаешь, потому что просите, закрутит, ты пока молодой. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. В Библии есть такая заповедь. Извините, пожалуйста, я больше так никогда не буду. Да никакое гнилое слово извините, не выходит из ваших уст. Извините, пожалуйста, я больше так никогда не буду. Мама, есть у тебя? Никогда-никогда не Или буду. Или детдомовский? Детдомовский. Извините, пожалуйста, больше я так вижу, никогда не буду. Я вижу, маме привет за воспитание. Ты что, охуел? Жестко, боже. Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Да плюс ты. То есть зайти в Гуччи, там купить футболку, там тут в сотку в рестике. Ну просто вот больше даже не за вещью, а походу за ощущениями, знаешь, вот это испытать. Это много. Я тоже иногда за ощущением там просто взял такой Макдональдс, залетел нахуй с двух ног, сел как король, блять, Биг Тейсти, въебал домой, пошел радостный. То же самое, да, буду, да, буду, чисто я бабки трачу, деньги на хуйню и трачу их без остановки. Ну ладно, давайте чекнем, почему Гинцуха психанула. Тормози. Ой, блядь, я лучше себя снимать. А ты РЛ стрим? Не пиздим, блядь! Нахуй ты пиздишь, блядь, ты долбоёб нахуй, что ли, или что, блядь? Что ты сказал? Я сказал, нахуй ты пиздишь, друзья, я не хочу, всё, блядь, не хочу никуда ехать, блядь, пизду! Нахуй ты кричи! Блядь, его лицо, это просто забей, что с ним? Нахуй ты пиздишь, блядь, ты долбоёб нахуй, что ли, или что, блядь? Что ты сказал? Я сказал, нахуй ты пиздишь, друзья, я не хочу, всё, блядь! Блядь, его лицо это хочу. Просто... Никуда ехать, блядь! Нет, ну я, если честно, понимаю, когда под нос вот это что-то говорят, у тебя еще не получается. Ну, блин, я понимаю. Сейчас, подождите секунду, мне брат звонит. Алло, Андрей. Привет. Нормально, я сейчас стримлю. На, ты что-то, может, хотел такое узнать? Интересное. Ну да. Шо? Я тебе еще не приснилась, что? И что, мы общались? Ну, можно встретиться. Ну, да, я не работаю в корпорации какой-то огромной. Ну... Ну, давай вечером встретимся сегодня. Ну, завтра. Хорошо, давай.
Я напишу сообщение. А? И там что-то, если честно, вообще не, я ничего не слышу. Я не... Приехать? Приезжать? Что? Все, давай, я напишу. Давай. Давай. Брат звонит, говорит, привет, как дела? Говорю, ты хотел что-то узнать? Он говорит, да, когда мы будем с тобой общаться в реальной жизни, а не только в моих снах? Ты мне сегодня приснилась. Сразу начинает меня наезжать. Сразу же. Наезжает. Когда мы будем с тобой общаться? Это мой брат родной по папе. Ну, он, получается, первый, а потом папа встретился с моей мамой, и вот так мы быканул. Ну, я просто с ним перестала так общаться. Так мы никогда так супер хорошо не общались. Мы просто поддерживали хорошее настроение. Хорошее общение обычное, типа дефолтом раз в месяц пообщаться, раз в полгода встретиться. Типа меня такое устраивает. Но потом у меня появились бабки, и ну такое, если честно. Потом отношение ко мне было. Мне не очень нравится. Короче. А сейчас он хочет со мной видеться. У меня аж настроение сейчас немножко попортилось. Забейте. Так неприятно. Блять, бабки эти вонючие, бумажки. Забейте. Блять, пизду. Нахуй ты кричишь, блять, командуешь? Схуяли вообще, ты начал, блять, так командовать? Не, ну я не могу сказать, что Гинсуха, как вы пишете, здесь какая-то кончена. Нет, у нее просто... Ей обидно, что у нее не получается, плюс у нее рофлит. Ну, типа, это очень обидно, я понимаю. Командовать! Долбоёб! Такое бывает, психанула. Но мне смешно с его лица. Ну, просто. А что я сказал? Я говорю, ты будешь тут парковаться. Она говорит, нахуй я тебе пиздишь. Тут если что, парковка вот такая. Вот так стоит. Ну бывает, ничего страшного. Ничего страшного, такое бывает. Захватите Серакт. Без контейнера. Ты мне? Да. Вот это голыми руками? Может сгонять за прихватками? Ебать! Мать твою! Я поэтому и не завожу животных. Я всегда знаю, что это с ними сажай не так. Сажай скрылов в самолет и вперед. Сынишка, блядь, позорник нахуй. Ебай, сел, хуйло, блядь! Ебать, я соси мою пичку, нахуй! Смотри, твой стрим качается. Лучше, что ты смог сделать. Реально. Качаться плюс меня еще смотреть, позже. Я вас научу, как нужно собираться на свидание. Фу, блять, ёб твою рот. Стендоффами, блять, Бравл Старсами. Я не знаю, у вас, у этих челов реально, блять, башки не было, нахуй. На, ой, блять, мозгов, нахуй, на башке не было. Блять, как? Короче, вы поняли, блять. На башке мозгов, блять, короче, вы поняли, нахуй. Короче, мама есть или нет, нахуй, тех типов? Ага. Ну тут GTA. Просто чисто GTA. I think we need to some vision on fights. I can't see. You don't need the fucking vision. You don't have the fucking stand to stand the fucking Ricky. Fuck your mom, bro. You see the fucking Ricky every fucking single time. You just can't stand him. Боже, что это? Я боюсь. Вдруг там какие-то плохие слова очень. Буду передвигаться, потому что ебать оно. Ну хотя нормально. Ай, блять, оно по носу бьет. Ну короче, нормально сойдет. Какой шахтер, блядь, долбоебы, блядь? Короче, вам ничего нельзя рассказывать. Какой шахтер, блядь? Ребят, вот ваши все желания там поступить. Нет, у меня не линзы. Вот это все, давайте. Ты сейчас выкинешь, и ничего не сбудется. Нет, я сейчас полечу, он полетит так же красиво, как и ваши планы и дальнейшая судьба. Если хуёво полетит, то... Если хуёво полетит, значит хуёво и будет все. Ох, как полетит! И все. Да, ребяточки... Счет вы подвели сегодня нас.
Спасибо большое. Я сегодня, значит, ему сделала снова чемпионский завтрак. Именно поэтому... Да не минет! Я сегодня сделала чемпионский завтрак в его чемпионскую кружку, его чемпионскую тарелку. И вы понимаете, насколько Twitch приколисты, насколько они сделали прикол? Вадя в бане был 192 дня. Вы понимаете эту хуйню нахуй? Или вообще, ну, не вкуриваете? Чела на 193 его на 193 день разбанили, он 192 дня был ровно в бане. Да, это круто, да. И на 193 его разбанили, это как нахуй? Это уёбся какой-то мозг, непонятно. Вы понимаете, что это? Они реально прикольнулись, типа, это Twitch прикольнулся. А Мака, кстати, прикольную тему придумал. Если кошку назвать шлюху, то у нее родятся дети. Дети шлюху? Что? Чел пишет. Вот Генсуха самый красивый на Твиче. Другой чел. Михалина самый красивый на Твиче. Нет. Генсуха самый красивый на Твиче. Норм. А я самая красивая в мире, блядь. Вы о чем? В каком на Твиче? Боже. Из категории. В мире. В мире. Регистрируйте, блядь. Регистрируйте нахуй. Станислав 9, значит. Лох 9. Из 89-го сквада кричит на шефиню фрик сквада. Регистрируйте. Чё ты говоришь? Какать хочу. Какать? Ай, бля. Подай, пожалуйста, пиздец. Я сейчас на дерево закину. Не, не надо, я босоножка. Да я босоножка, но зачем у меня носки грязными будут? А где он? Ну доставай. Подожди. Я проебал. Вот он. Кидай сюда. Лузер. Сюда. Белех песни. Айо, ага, вот вам вока пока, чтоб наверняка больше кофе, меньше молока. Это гуфака. Не сживайся больше кабака. Я все реже по музеям и чаще по кабакам. Наша страна. Моя походка лиха. Это же пиздеж насчет капельницы. По-моему, он не жал. Бобка, ты же единственный, кто у меня не есть. Пожалуйста, не умирай, я тебя умоляю. Пиздец, Бобка. Луфи у нас намытый, набритый, вычесанный. В жопу выебал. Завтра выставка. А, ну ладно. Но мы тогда не пойдем на выставку. Серьезно? Да, они отказались. Он его недооценил, потому что он белый и потом... Блин. Потому что у него шерсть белая, и типа все думают из-за фильма то, что акиты только рыжие бывают, поняли? Ну вот эти долбоебы, примитивная логика ибланская. Да, да, это все вообще круто, я да. Я не помню такого ничего. Опа. Ох, нормально. А, привет, поцелуй или пощечина? Когда последний раз, братишка? Охуеть! Давай еще какой-нибудь подойду. А чё, тут грусти, не грусти там? Я тебя вижу. Это ты, Наташа? Нет, это не я. Я увидел тебя сейчас через глаз. Я миньон. Ты Наташа. Нет. Ты Наташа. Нет. Я в глаз тебя увидел. Пожалуйста, не расстраивайся. Мы тебя все очень сильно любим. Диагом, я блядь. Не буду вкидывать вбросы, просто мне сегодня я тоже. Я тебе что сказал, сука, распечатался, блядь, мышь, сука, полевушка. А почему собачка голову, в этом? Голову, блядь, подготовить этой? Там. Что-нибудь. Как к нее подготовить? Ну помыть надо было, наверное. Она помыта, я вчера помыл специально. Еще раз. Ночью. А зачем ты умыла, если волос не останется? Тоже логично. Ну ты вообще не логичен. А это тебя подловило. Он так повзрослел сразу же. Такой мужичара. В 90-х, знаете, самый главный. Самый главный. Пойду спрошу у ребят, как мне. Блядь, здесь пафос ушел. Есть тычковые наушники? Прикольно. Мне этот выпуск понравился, классный.